Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами проходить Threads of Fate на PlayStation 1. Так, у нас следующее, куда нам пойти, нам кажется, башня Майи, да? А не, нам... Ой, блин, стоп, нет, спокойно, не туда. Нам к Мел нужно пойти, правильно же? Или куда нам надо было пойти? Сюда же, к Мел? Или к Майи? Куда? Не помню, ладно, пойдем сюда. Не, какая разница. Да, да, скорее всего сюда. Потому что только она может нам подмагнуть. Ну-ка, поехали. Только не нужно в мини-игры играть, заколебали. Они просто нереально вообще тупорезные. Алло, турлик, да, скрывай, Мел, войдите. Войдите. Я знал, что вы придете. Угу. Мел, мне нужна твоя помощь. Вы хотите знать, как добраться до крепости Веллина, да? Как вы узнали? Да ладно, как мне не знать? Вы так близки к обладанию призмой и спасению Клэр. Да, но как я могу... Не говорите больше ничего. Вам нужна пара крыльев, чтобы улететь к крепости Веллина. Но вы не знаете, где их взять, да? Угу. Ну уже, Рю, думайте. Вижу двоих этих твоих летучих мышей, могу у них немножко позаимствовать. Хорошо, я скажу вам. Рю, вы можете летать. В смысле? Это как? О, да. Чё да? Иди к Неистовой горе и найди Вилафа. У него есть пара крыльев, которые можно использовать. Спасибо, Мел. Пока. У вас все получится. Удачи вам. Спасибо. Так, ладно, где-то нужно крылья раздобыть. В смысле, я могу летать? Она так сказала, как будто я думал, я, может, сам могу летать. Типа, без крыльев. Тупо взял и полетел вот так вот. Где, какая кнопка лететь? Ой, не это. Может, шифты какие? Гора, 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 гора. В гору. В гору пойдем. Так, гора... Неистовая гора, да? Сюда же? Ну, скорее всего, сюда. Она сказала, в гору иди. Сказала, в гору иди. В гору не обойди, а пойди в гору. Пойдем в гору. Ай, блин, только сейчас тут будут эти, да? Ну да, тут можно фармить этих ублюдков. Тут фарм происходит вот так. Раз... Только нужно включать быстрый этот. И они постоянно вот тут падают. И просто их вот так бегаешь, короче. Один сюда, вот сюда, другой сюда. И вот так бегаешь, короче, и херней страдаешь. Короче, ладно, это не надо. Так, слышите, пацаны, тут жирный где-то ходит, нужен он мне. Где толстый? Блин, он внизу. А, нет. Подожди, он мне все-таки нужен, да? Здесь же камни, ну да, их нужно разбить. Ай, ладно. Так, не нужно меня печатать, окей? Так, хорошо. Жирный, 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 ты жирный. Ты жирный, на! 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 Ха-ха, вот жирный прикольный чувак. Да как дам? Да как дам? Смотри, его даже никто не может сдвинуть с места, он просто жирный. Просто очень тяжелый. Ты куда лезешь, ты слышишь? Тихо, спокойно, а? Бам! Да он вообще жирдяйка. Хе, хорош, классный пацан. Так, тут еще у нас будут эти штуки. Надо как-то ее не брать. Да разбей ты, ёпта. Ты что, дурак? А что он не разбивает-то? Да разбей ты вот же! Понял. Спасибо. Что такое? Не понял? О, это этот, блин, понтовщик еще тут тот, блин. Что ты стоишь? В чем дело? Что вы здесь делаете? Вы что, такой тупой? Я собираюсь надрать вам задницу. А вы думали, что тихонько проскользнете и въедете на каком-то драконе прямо в крепость Веллина? Ха, ну вы для меня как открытая книга. Ну давай. Так что же, вы отступите или будете драться? Конечно, я буду драться. Прочь с дороги. Я должен идти в крепость Веллина. Я заполучу призму, независимо ни от чего. Не могу позволить вам этого.
Ха-ха-ха-ха-ха! На сей раз я буду суров. Я не буду сдерживаться. Мне будет все равно, даже если вы будете молить о пощаде. Да. Хорошо, давай иди сюда, короче. Чего такое? Куда ты меня портанул? А, блять, опять это гребаное твое поле боя, дебилуша. Как его там бить, не помню. А, вот так. Хе-хе. Ничего. Ой. Ой, какой ты никчемный. Куда ты меня сталкиваешь, ты, пиндюша? Ой. Такой ты никчемный вообще, чувак, просто. Самый никчемный со всех, я не знаю, который, с которыми я дрался. Ну, может, ты его прикончишь уже, нет? Хватит. Все. Черт, что стряслось? Я мастер ловушек, я никогда не проигрываю. Это бык. Какой бык? Все, хватит. Вы погибнете вместе со мной. Я взорву себя самого. А? Что, не получилось, холостой? Что за? Вы такой клоун. У меня не осталось никаких сил на такое дерьмо. Потратил их все на схватку с вами. Я даже не смогу слегка поцарапать вас. Возможно, я по-любому бы сделал это, но я обещал ему, что не умру напрасно. Что вы ждете? Убирайтесь отсюда. Так, вот мы где. Да. Но ваше сражение еще не кончено. Другой ждет для вас впереди. Ха, чего? Окей. Это не важно, я не остановлюсь теперь. А, неужели? Тогда идите на верную смерть. Ну и пошел ты нахер. Не получилось пукнуть у него, короче. Запор, наверное. Ах. Невероятно, что проиграл. Так это напрягает. Нехер было понтоваться. Простите, мастер, я проиграл. Так, кто там следующий у нас? Это будет, которая клонируется? Девка. Так, туда мне не надо. Да, блядь. Хорошо. Кто дальше? Кто там у него еще остался? Да, я же говорил. Вот она. Да это не она же. Мастер форм. Меня больше не обмануть такой маскировкой. Ну да. Хорошо, хорошо. Тогда, возможно, более экзотическая Клэр поразила бы вас. Заткнитесь и снимите маскировку. А если я откажусь? Тогда я заставлю. Понятно. Хорошо, я думаю, что не смогу так драться. Ну, давай драться вот так. Рю, это ваш последний шанс. Подчинитесь мастеру кукол, он ваш брат, в конце концов. Мне наплевать, брат он мне или нет. Я никогда не прощу его. Я никогда не прощу вас за то, что вы обманули меня. Писькой... Не свети. Как глупо. Мы с тобой одинокопы по силе. Но мы противники. Я служу мастеру кукол, а вы бросаете ему вызов. Мы с вами двойники. А? Это будет интересно. Готовы ли вы бороться с вашим двойником? Да. Конечно, легко, вообще без проблем прям. Отпиздил бы только так. Ты умрешь. Прощай, Рю. Давай. Так, как ее драть? Посмотрим, кто лучше.
Воу! Ты чё, жирновато превратилась, ты, слышь? Воу-воу, кто это? Нихера себе, чё за бык? Такого же не было, или был? Чё за бычара? Все что ли? Ты все вообще никчемная там ударила меня на 5, на 5 или на 6. Ну и чё? Чё ты дальше будешь делать? Неплохо. Ну, убей меня. Да бей ты, ёпта. В чём дело? Я думала, что это не влияет на вас больше. Да руби давай! Дай мне кнопку нажмать! Проклятье. Жаль, но что я могу поделать? Эй! До свидания, Рю. Вы выиграли эту встречу. Я не могу помешать вам добраться до крепости Велина, но помните, у вас там ничего не получится. Мастер Психа, конечно, вас победит. Вы для него никто. Да я уже с ним дрался. С этим козлом. Даже если вы вдруг случайно и победите, тогда не справитесь с мастером кукол. Мастер кукол всемогущ. Он непременно достигнет цели и добьется славы. Я доживу до этого дня и присоединюсь к нему. Уже слишком поздно, Рю, вы никогда не сможете остановить его. Давай вали уже нахрен отсюда! Своими тринделками, пинделками, блин. Давай, где там тут ваш мастер форм? Ой, говорю, форм. Вот этого надо взять. Он жирный, его не сдувает. Или сдувает? А не, не сдувает. Так не сдувало же. Какого хера? Он же жирный. Тьфу. Нифига он. Жердепуй. Ой. Ай, блин, отойти в гору. Постоянно, ладно. Я помню. Ну, тут можно просто бежать, в принципе. Так, тут что, нет ничего? Так, ну тут хпшечка. Ладно. Ты куда? Так. А ты можешь нормально ударить, нет, или чего? Ты куда так быстро бежишь-то, слышь? Спринтер! Вы видали, какая скорость у чувака? Ты где? Дай пошел ты, короче. А там, подожди, что тут? Да чё ты в смысле? Как ты меня ударила-то? А тут ничего нет. Что там трясется-то? Кто там, блин, бушует? Ай, ладно. Так, тут ничего нет. А это не лифт? Нет, это не лифт. Привет. Чё ты не подходишь? Тяу, тяу, вау. То, блин, с одного удара убиваю, то с двух ударов убиваю. Ты определись уже. Я же в прыжке его вальнул. Вот так вот. Хоть! И все. Давай. Минус 3. Все, давай. Кто там дальше? Так, да, психа этого сейчас за жопу возьму. Давай, давай, давай. Где ты, падла? О, дракоша, здорово. А, Вилав. Прощай. Вилав, я снова пришел просить вас о помощи. Я знаю, ты хочешь попасть в крепость Велина. Крепость Велин. Я помогу тебе. Возьми это. И что это, снежинки? Я даю тебе свою силу. Ты сможешь превратиться в меня один раз. Теперь иди к крепости. Спасибо.
Вы потрясены, что так нелегко, что так легко помог вам помог, бляха-муха! Не то прочитал. Ну да, типа. Я вижу, вы в чем-то обеспокоены. Хорошо. Хорошо. Полетели, сейчас будем дракошкой летать. Я забрался так далеко, потому что верил, что мой долг спасти Клэйр. Но мастер кукол сказал мне, что я тоже кукла, сделанная Веллином. Он сказал, мой настоящий долг — возродить Веллина. Так ты примкнешь к мастеру кукол из-за этого? Не. Но есть шанс, что это произойдет. Мастер кукол может управлять мной. Он заставил меня уничтожить книгу космоса. Если я пойду в крепость Феллина, он может снова мной овладеть и использовать в своих целях. Так я могу уничтожить мир. Хар-хар-хар-хар. Вы недооцениваете себя, Рю. Я все еще верю в вас. Мое мнение не изменилось. Вы не уничтожите мир. Твоя сила за гранями твоего сознания. Твоя сила идет от твоей воли, а не от долга. От долга. Это твое желание, а не обязанность спасти Клэйр. Что? Почему вы хотите спасти Клэйр? Вы исполняете чьи-то распоряжения? Нет. Твое желание спасти Клэйр исходит от тебя. Это обещание, данное тобой. Это твоя воля. Мое желание? Выполнить долг для пользы других очень важно. Однако, если ты будешь связан долгом, станешь марионеткой. Рю, если хочешь избежать несчастной судьбы, следуй за своей волей до конца. Забудь Веллина, забудь то, что сказал мастер кукол. Ты сам по себе, теперь иди и исполни свою волю. Окей. Странно, я говорю как смертный. А спасибо, Вилав, прощай. Удачи. Блин, сам остался, прикинь, на горе просто вот так вот, в одиночку. Ну, нормально, в принципе, я бы тоже не против бы так сделать. Опять город. Так, идем хилиться. То есть не хилиться, а сохранимся. Это, возможно, последняя серия или чего? Я так понимаю, если я сейчас пойду в крепость, дам пиздюлей одному, дам пиздюлей второму, и, в принципе, все. Ну, я так понимаю, или нет? Пойдем куда? К крепости? Это к озеру, что ли? Ну-ка. Башня, крепость Веллина. Вот. Пойти. Сейчас будем летать. Летать, дракошка, и здоровым таким жирным, и толстым, и вообще тяжелым. Крепость Веллина. Все там. Мое прошлое и будущее. Рю, это кто? О, Рю. Елена? Фух. Я рада, что получилось. Как дела? Ох, я хотела тебе кое-что сказать. А куда Минт, кстати, пропала? Рю. Что? Я вечером делаю пирог из тыквы. А что? Это будет самый лучший пирог. Приходи, ладно? Возвращайся. Елена. Я буду искать его. Я вернусь, обещаю. Будь осторожен. Вилав, я одолжу тебе крылья. Ха-ха. О, вау! Какой сильный ветер. Ха-ха.
Стой! Кто говорит? А, вот, ментяк, а я только о тебе вспомнил. Минт? А, минт? Я тоже пойду. Думаешь, я дам тебе за гробаста Дюприс? Ишь ты, мне он тоже нужен. У тебя с этим проблема? Хе, я так не думала. А вот я. Куда ты там? Вот ты, короче, дурка. Прости, Минт. Это мой бой. Я должен идти один. Пока, Елена. Удачи. А интересно, конечно, да, было прикольно посмотреть, что у Минт за... за сюжетка. Это он. Кто там? Это этот, кстати. А, Прима. Это кукла Прима или кто это? Да. Прима? Грю. А я рад, что ты в порядке. Ты холодный. У меня мало энергии. Хочется спать. Прима. Рю, извини. За что? Я сломал печать в руинах у озера. Я позволил мастеру кукол пройти. Я не хотел его слушать, но пригрозил мне, сказав, что уничтожит город. Это не твоя вина, Прима. Это вина мастера кукол. Ни о чем не волнуйся, отдохни. Это хорошая идея. Подожди. Я вернусь, когда разберусь с мастером кукол и возьму Дюприс. Вернемся в город вместе, когда я вернусь. Рю, ты изменился. Раньше ты был тихим и стеснительным, теперь ты такой решительный и сильный. Правда? Да, кажется, теперь ты очень сильный. Ты ведь побьешь этих плохих парней, да? Надеюсь. Да, обещаю. Спасибо. Теперь я отдохну. Возвращайся, ладно? Я буду ждать тебя. Пока. Оба-на. В кубик превратился. Он превратился в куб. Пускай постоит, так его никто не тронет. Спи крепко, Прима. Я вернусь, я обещаю. А, сейчас замес будет. На 10 тысяч долларов. Так, арена 1? В смысле арена 1? Это как? Это с кем я арена 1? Ой, кто там такой? Зердяйка, на! А чё не бьется? Так, минус один. Так, а эти чё? Какие-то рапторы! Оу! Пацаны! Да давайте без этого. Да не бери ты эту штуку. Так, арена 1 пройдена. Арена 2? Чё ты не достаёшь-то? Ай. Кто? А, просто так, окей. Арена 2 где? Да тут просто этот жердя и всё. Непонятного из субстанции. Ой, блин, подожди, а... Тут еще нужно понять, куда идти или чего? Не понял, это что, серьезно? Воу! Да блин. Окей. Так, хорошо, а куда же тогда? Назад можно вернуться, вперед можно пойти, что за херня? Блин, я тут буду долго очень бегать. Походу, не последняя серия еще. Ага, нормально. Поехал. Тайм.
В смысле тайм. Вау, круто. Да прыгни ты, дурень. Да, блядь, прыгни ты, уёбтин, стулькин, блядь. Я ж тебе прыгать нажимаю. Ну что за... Вот, блядь, платформинг этот грёбаный. Реально, просто бесит. Когда ты нажимаешь прыжок, а он не прыгает, он соскальзывает с края. Только два? О, нихера себе. А как мне отхиляться, не можно? Так, кто-то рапторидзе. Нифига прилетело, да, по башке? Не ожидал? Ты чё такой мощный, ты что? Блин, 4 раза надо ударить чувака. Мощный. 3 этого. Чё они такие мощные стали? Так, а мне вот сюда или туда? Ты чё, нормальный? Когда я уже успел отхиляться? А, нормально. Так, мне сюда или туда? Подожди, сюда можно? Можно. А-а-а, да это я сейчас тут буду блуждать. Очень долго. Фига ты ж здоровый. Жирный. Ой, чё это такое? У меня, блядь, на монитор что-то прилепилось. Иди нахер отсюда. О, какой-то куб. И чё? Так, хорошо. Нет. У него еще и мана. Так, это не работает. Ничего не работает, короче. Ладно, тогда не сюда. Тогда нам не сюда. Блин, они восстанавливаются. По жопе тебе. Так, ну давай сюда тогда. И чё? Блин, тут ничего нет. Эй. А чё? Воу. Привет. Жирный. Ага, понял. Жирный нам пригодится сейчас прям. Так, жирный нам пригодится, да. Пошли вы нахер. Так, где жирный? Вот жирный. На! Так, жизни восстановим, нет? Нет, нихера не восстановим, походу. Да блин, как всегда, мана падает, то, что не нужно, сука! Окей. Блин, это будет надолго. Блин, вот эти мощные падлы стали. Так, есть туда проходы, да, пойдем сюда. Пойдем по порядочку. Сейчас посмотрим, что здесь. А тут нихера нет. А, сейчас что-то должно произойти. Собака. Цербер. Зачем? Зачем-то пригодится. Что у него за спецспособность?
Хоть башка! Да в смысле? Че это за херня была сейчас? Ты че? Да иди ты, слышь! Так, а ну-ка, что тут? Ага. Так, сюда можно пойти. Да иди ты в пень город копать. Так. А, попробую тут. Карта есть какая-нибудь? Так, я так буду бегать, знаете сколько? Ага. Церберус. Херли, ты не попал? Чё ты не попадаешь-то? Ты дурак? Вау! А и чё? Центральный я отбил, и что дальше? Идем назад. Я все, я запутался. Я запутался реально, что и что делать. Чё за звук? Кого в животе, урчит? А-а-а. Что это? То есть огонь теперь? А у меня льда нету. А, есть. Соврал. Есть у меня ледяной удар. Опять на время, да? Так, давай сохранимся. Когда огонь горит? Окей. Получили 3 монету. Золотую монету. Ай, третий, да, уровень. Арена 3, серьезно? Капец какой-то. Так, пошли вверх. Ага, это телепорт. Так, назад телепорта нету. Вау, кто это? Какая-то горгулья. Вверх, вверх. Вверх. Кто такой? Да блин, ты чё не сдох-то? А чё у неё за способности интересно в этой штуке? Так, есть вниз, вверх, вверх. Все время ведем вверх, чтобы мы не путались. Что мы были внизу. То есть, что мы внизу не были. Все время идем вверх. Ага. Пацаны. Спокойно. Ведем себя спокойно. Да иди ты нахрен, блядь. Ой, закрыли. Да уйди ты, слышь. Я тебя бью, сука. Ему насрать, походу. А стоп, там не было телепорта? Нету. Тут нету, значит, вниз. Хера хилка сколько восстанавливает меня. Так, сюда. Хорошо, я всегда шел вверх. Опять идем вверх. Угу. Так, вверх.
Да блин, они меня в воздухе бьют! Смотри, я еще даже не приземлился, они меня уже бьют. Да сука! Да ты издеваешься или чего, блин? Че за херня? Максимально, максимально тупой противник, реально. Прям максимально. Когда их много, ты просто не успеваешь влезть в их удары. Да бля, сколько можно? Чуть не попадаешь-то, чувак, у тебя автонаведение для какого хера сделано? Чтоб ты не попадал? Я так и понял. Так, а есть сюда, есть туда. Ну пойдем сюда. Да, блять, опять с этими ублюдками. Да. Да, блин, я топором машу, но при этом он сбивает мои удары. Хотя я в него топором лечу, просто лечу. Ему насрать на то, что я его, блядь, там бью или что-то делаю. Абсолютно. Нахера я это сделал только? Демоны говна. Четвертая арена. Фу, блядь. Так, хорошо, тут уже две, да? Три, четыре. Да в смысле? А, блядь. Чё это не работает? Короче, я тогда срежу, можно? Получили серебряную монету. Хорошо, нормально. Пойдем. Все отлично. Идем. Четвертая арена. Арена 4. Арена 4, блин, налево-направо. Короче, давайте на этом остановимся вот здесь, потому что, я так понял, еще серия у нас ляжет точно в 100% здесь. Поэтому, я думаю, если взять бой с одним главарем, со вторым главарем, плюс если это конец, то титры тут еще. Поэтому, я думаю, это надолго будет, так что остановимся здесь. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Threads of Fate, надеюсь, будет уже последняя серия. Все, всем пока.